В новой рубрике «Хочу сказать» мы спрашиваем у саровчан, что такое Хэллоуин, в какие костюмы нужно наряжаться и кто его празднует. Пойдемте. Хэллоуин – это, ну, как вам сказать, ну, как бы страшный день, типа того. А во что принято наряжаться, кто его празднует? Ну, например, какие-нибудь Пеннивайза, страшные такие костюмы, и раздавать конфеты. Вообще, в какие принято наряжаться костюмы? В страшный костюм, собирать конфеты. Ну, вообще, ты будешь праздновать Хэллоуин? Я думаю, нет. Ну, это такой праздник, который у нас, по-моему, не празднуется. Ничего хорошего я в нем не вижу. А расскажите, в какие костюмы можно наряжаться в этот праздник? Ну, спросите у тех, кто хочет наряжаться. То есть вы не будете праздновать? Ни за что. Честно сказать, буржуйский, нехороший праздник. Все. То есть вы его не будете отмечать? Нет, конечно, абсолютно. Зачем нужны западные праздники? Мне советских, российских хватает. Праздник связан с какими-то языческими моментами в США. А в кого принято наряжаться в этот день? Всякую бесовщину, чтобы отпугивать, соответственно, другую бесовщину, чтобы за своих сгодиться. Ну, насколько я знаю, Хэллоуин – это праздник, пришел нам с Америки. Праздник, который… Так, что он обозначает? Ну, вот этих всех интересных существ, которые якобы существуют, или нет ведьм там. Ну, сын любит, он ходил в молодежный центр на английский язык, они каждый год отмечают, он костюмы себе делает интересные. Когда люди одеваются в костюмы разных привидений, ну, тыквы там вырезают страшные лица, ну, и это, на улице выходят, празднуют это, все страшное везде. Ну, вроде как праздник Дня всех святых, когда почитают мертвых. По-моему, это из Мексики вроде даже пошло. И потом Америка переняла на США себе эту традицию. То есть там в этот день люди, ну, дети в основном наряжаются в костюм каких-то страшных монстров, существ, и идут выпрашивать сладости. Отмечают по факту за границей, ну, там в Америке, в США, ну, наряжаются, ну, как сказать, в различных... как сказать, монстров, ведьм, потому что это праздник то ли умерших, я сейчас сказать не могу, не помню. А я в этом году буду отмечать Хэллоуин дома. Наряжусь в костюм Человека-паука и буду летать по комнате. Ну а если серьезно, включу телевизор и возьму попкорн и буду смотреть ужастики. С вами была рубрика «Хочу сказать».